Всем привет! В общем, пришли сегодня в магазин, да, братцы? Сегодня его открытие. Этот магазин позиционирует себя как магазин с бюджетными ценами. Посмотрим, действительно добрая ли цена. Горшки вот, под цветы всякие, и сотенькие, 200 тенькие горшков. Крышки, ну, сейчас не актуально. Каша гречневая, перловая, паштеты всякие. Консервы 466. Это макароны. Не знаю, мы такие не брали. Мука. Почем она? Макароны вот такие. Здесь сколько? 5 килограмм? Всякая мелочевка, губки. Цена не вижу, цена на той стороне осталась. Почем масло? 1513. Не в стекле. Не в стекле. Мягкая упаковка. Настоящая, не знаю. Непонятно. Ролл там вот многие едят, сколько он стоит. Не вижу. 123, 108. Курица, говядина разными ценами. Замороженная продукция. Да, вот это. Овощи, овощная смесь. Это что вы берете, сырки? Это сырки я беру, да. А что-то цены не видно. А, вот. Есть, цена. Есть, все цены есть. Сырок 91 тенге, 139 тенге. Цены, в общем, разные. Замороженная куриная продукция. Альфур. Чья это? Продукция халяль. Грудки, крылышки. Филе куриное 2230, крыло 1479, фарш куриный, фарш мусульманский 1495, куриный 863, рыба, табу палочки, рыба почем интересно? 1284. Крабовые палочки. Яички. Сыра на яйце. Молоко цельное, сгущенное с сахаром. Кстати, когда вот эта вот надпись есть, молоко цельное, сгущенное с сахаром, это именно хорошее, значит, сгущенка. Не суррогат.
Главное, чтобы присутствовали вот эти все слова. Молоко, цельное, сгущенное с сахаром. Все, можно брать нормально, значит. Стиральные порошки. Кто знает такую фирму? Мы не знаем. Цена 2200, 3 килограмма. Биолан. Вот цена. Вот удобная вещь. Корзинка для мелочей. 700 тенге. Отбеливатель 79 тенге. Чайники. Вот это мыло, кстати, хорошее. Мы берем для удаления пятен в белой одежде. Цена мыло хозяйственное Дуру. Вот оно. Дезодоранты здесь по 300. Невидимая защита. Это что? Эти дезодоранты дешевые. Что-то мы такой брали, он был 700 тенге. А где брали, не помню даже, в каком-то магазине. А здесь он вот 311 тенге. Маски для лица. Мыло. Шампунь. Еще есть таких вот больших упаковках. Гель для стирки. Сливки, сланцы всякие. Сейчас скоро начнется сезон огородов. Кто живет в частном доме, да и так в бане просто. Носки. Вот цикорий многие берут, но что-то мы не берем, у меня от него голова болит. Цена его
381 тенге. Ну вот и все, цены мы посмотрели. Спасибо всем тем, кто досмотрел нас до конца. Всем до свидания и пока. Подписывайтесь на наш канал.